Как ответить на вопрос «How are you?» Самым популярным словом и у детей, и у взрослых стал американизм «окей», который приобретает все более широкий смысл и звучит все чаще. Между тем, английский язык богат выражениями, которые куда лучше звучат, чем сухое «окей». Давайте познакомимся с вежливыми фразами, которые весьма вам пригодятся, когда к вам обратятся с вопросом «How are you?». «Fine, thank you!» «Спасибо, замечательно!» Наиболее распространенный вариант – дать вежливый ответ на неизменный вопрос, не раскрывая реального положения дел. «I'm very well, thanks!» «Очень хорошо, спасибо!» Это уже положительный ответ, дающий понять, что дела у вас идут хорошо. «Not bad, thank you!» «Неплохо, спасибо!» «Неплохо» в данном случае можно понять и как хорошо, и как не совсем ужасно. «The same as usual, thank you!» «Как всегда, спасибо!» Такую фразу можно сказать знакомому или приятелю, который поймет, что скрывается за этой фразой, то есть знает, как обычно у вас дела. «So far, so good!» «Пока что все идет нормально!» «Not so bad!» «Нормально, ничего!» Нейтральный ответ на бегу. «So-so!» «Так себе!» Очень удобная форма ответа, если не хотите поддерживать нежелательный разговор. Такой ответ отобьет охоту задавать дополнительные вопросы. «Pretty bad!» «Скверно!» Такую фразу можно сказать только близким людям, от которых вы ждете участия и поддержки, готовы поделиться с ними проблемами за бокалом вина. Не следует шокировать такой фразой малознакомых вам людей. Им лучше ответить нейтральным «so-so». «All the better for seeing you!» «Тебя увидел, и все у меня стало fine!» Ответ только для избранных, по отношению к кому вы испытываете по меньшей мере симпатию. Кроме того, этим вы продемонстрируете хорошее знание английского языка. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт englesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами!